Всем привет! Продолжаем прохождение The Sims 4. Вот мы остановились в этом месте. Let's go, let's go. Да. Первый раз я загружаю игру. Я надеюсь, я все правильно сделал. Так, мы в прошлый раз говорили с девушкой, знакомились. Да. Я вот думал, нужно все-таки... Тихо. Что-то музыка слишком громко. Что это? А, это пауза? Все, все, давай, братюня, мы с ней поговорили, отправиться домой. Пока, детка. Мы сейчас с тобой обязательно увидимся, я обещаю. Эй. Так, нам нужно сейчас возвращаться домой и делать свои дела. Давай домой. Я вот подумал, да надо проработать нам дальше образ Хиппи. Пока он не идеально проработан. Сейчас, секунду. Вот, почему музыка играет тупая? Это не нравится. Так, сейчас настройка игры. Аудио потише. Музыка, сопровождение предмета. Тогда не будем музыки вообще ставить. Все. Напомню вам, потому что YouTube, он не любит музыку в любом исполнении. Опа! Все, мы дома. Сначала мы сделаем что? Фух, я думаю, там сейчас сломалось уже. Тогда сначала покушаем. Есть яичница. Давай, братюня, кушать. Утолим питание. Я вот думаю, как же нам сделать такой великолепный образ Хиппи? Один наш участок. Это наш участок вот этот, да? О, такой маленький участок. Ладно. Как сделать там образ Хиппи? Я подумал, он должен жить на улице. Вот если я смог бы это реализовать в этой игре, ну попробовать. То есть нужно делать так, чтобы он мог жить на улице и сидеть на полу как-нибудь. Как ни странно. Смотрите, 4000 у нас бабла. Мы делаем вот это. Находиться в комнате. То есть это фигню вот эти вот, да, ограды можно ставить только на стены. Да убери это говно, заколебали мне подсказки ДЦПшные эти. Так, нам нужно сделать, значит, сначала стенку, стены, пустые комнаты, да. Ну, вот так, по идее, во. Дальше не могу, да? Эй. Эй! Потому что сделаем такую большую стенку. Блин, стоп, а чем он убрал ее? Так, что тебе не нравится, моя красавица? Вот. И, по идее, мы должны сделать вот так вот и вот так, например, да? Я хочу уже сделать конечный вариант. Теперь, смотрите, мы можем это все изменить на оградку. Вот, да, да, да. Вот это, например, может быть. Вот это, вот это. Но нам нужен простой вариант, точно не такой вариант. А хотя, а сколько он стоит? 1000 баксов, блин, дорого. 450. А есть белая какая-нибудь? Ну-ка, подожди, цвета есть. А где белая? Вот она, белая. А, ее нету белой, подождите. Почему я белую не могу взять? Почему она желтая, как моча моя? Ничего не понимаю. Желтая. Так. А вот, кстати, можно так сделать, прикиньте. Может так сделать? А давайте мы сделаем так, реально. Сколько бабла-то ушло. Так, а потолок убрался? Потолка нету, все правильно, да? О! Хорошо. Вот такой вот у нас домик получился. Неплохой. Здесь можно сделать проход. Угу. Например, вход будет где-нибудь здесь. А мне интересно, здесь могут обворовывать? То есть, если я просто построюсь на улице и выложу технику, это могут обворовать? Такой будет вход. Но сюда я дверь, я думаю, я не смогу поставить, да? Правильно я понимаю? Это будет бред, конечно. Ну почему? Ну ладно, это было предсказуемо. Ну поставься, говно. Типа никто не перелезет через это дерьмо, ну ладно. А, смотрите, ворота.
О, я могу отменить, поставить ворота. О, ворота, смотрите, Вася! Я думаю, здесь-то Симсы, да, Симпсоны. Симсы точно не будут перелазить через оградку. Поэтому поставим ворота где-нибудь, и все, и профит. Так, ворота хочется тоже что-то в стиль. Во! О, она просто The Beautiful Motherfucker Beach. Все, красота. Теперь, как бы мне реализовать, чтобы он мог кушать на полу? Напольное покрытие нет. Как же сделать так, чтобы он мог есть на полу? Надо подумать. Надо подумать. То есть, чтобы он сел типа в позу йоги, да, и кушал на полу. То есть, чтобы вообще не было стулья в доме. Как же все реализовать? Стулья. Шкафы и комоды. Наверное, нельзя сделать, да? Краска? О! Краска? Не надо. Прикольно, кстати. Как шкаф? Жижа. Так, нет. Фонтаны. Вот фонтаны. Да, это офигенная вещь была бы. Чем мне нравится? А, вот он, фонтанчик. Так это бассейн. А, подожди, а бассейн тогда что? Бас. 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 Ну и чё, и где бас? Источник воды. Вау. Прикольно. Оформление фонтана. Ну-ка, если мы сделаем вот таким вот. А, что, денег нету? С комнаты нельзя. Не пошли в жопу, это не комната. Ладно, все понятно. Вот здесь мы поставить не можем. Но это не бассейн, это точно не бассейн. Ладно, тогда идем дальше. Да, нам нужно, чтобы он сидел на полу. Здесь можно, по-моему, сделать бочку, насколько я помню. Старая версия. О, кровля даже есть, офигеть. Стены. Во, комнаты готовы. Не, нам не нужны они. Бочка. Так, бочка. Да что-нибудь хоть найди. Ладно, обеденные столы. Ладно, сделаем это вот так, сделаем. Показать все. Столы и тумбы. Шкафчики, другое. Нет, все не то. Декоративные шкафы. Увлечения и навыки. Отдых, светильник, а, спорт. Так, мы хотели сделать его кулинаром. Навыки. Украшения? Нет, цветы нам не нужны пока. Камин. Настенные украшения. Новинка, о! Шарик, антишарик. Как же сделать-то, я не пойму. Багаж семьи не то. Предметы по назначению. Предметы по комнатам. Строить. Не, строить нам не надо. Предметы по комнатам. Тумбы. Я помню, когда в прошлый раз. О, во, можно переключаться, да? Когда мы искали в прошлый раз, мы находили какие-то редкие такие вещи. О! Ковры, смотрите, офигеть. Нашли ковры. Интересно, он будет в нем кушать? Инь-янь, вообще прикольно. Вот так вот, да? Инь-янь! Так, хорошо, ковер мы сделали. Так, надо было вот так переключаться просто, да? Ковры. Игрушки. Цветы. Готовка на природе. А, ну вот, готовка на природе. Качество еды 4. Кулинария. Ну вот.
Будешь готовить еду и кушать. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Давай, вали сюда, дебил. Пойдем попробуешь приготовить. Самое главное, чтобы он сел на пол. Потом мы это весь дом снесем и будем жить только вот здесь вот. Гриль. О, какое все дорогое. О! Хот-доги. Кстати, он, наверное, от этого жирнеть будет. А посрать вообще. Давай, братюня. Красота? The beautiful. Иди. Он еще ест, что ли? Так, он пока еще кушает. Нам в любом случае нужен будет холодильник, да? В любом случае. Он стоя кушает, смотрите, может, уматно. Пошел, так выкинул. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Почему не убрал за собой ты, чмо? Так, теперь идет сюда. Но мне кажется, он не будет садиться в этот сраный ковер. Ну почему? Давай, будешь кулинаром. И нужно уже, наверное, потихонечку сносить дом. То есть поставить какую-нибудь раковину вот сюда вот. Прям на природе будет все делать. То есть мы можем сделать вот так. Перенести прямо вот сюда вот куда-нибудь. Вот так вот. Чтоб там помыл жопу, писю и все дела. Так, потом да, это дерьмо тоже давайте перенесем. Ну как-нибудь вот так. Зачем нам место тратить? Вот так вот. То есть помылся. Ну и... Это что такое? А, это светильник. Кстати, у нас будут другие светильники, само собой. Здесь ставить нельзя, да, зеркала. Ну и нафиг они усрались. Деньги зато у нас теперь будут. Ой. Так. И здесь мы сейчас опять построим тогда таким методом. Нужно стенку построить сначала, да? Ну, давайте построим стенку. Вот так вот и вот так вот. Потом, короче, строим. Ставим опять изгородь. О, они еще и разные бывают, смотрите. Можно было, кстати, выше, наверное, поставить, да? Не, ладно, чем выше. Будем так делать. Вот так и вот так. И все, и сносим в одном месте. Мы можем сделать проход. Это денег вообще не осталось. 3-2-2 осталось денег. Какой-нибудь проходик сделать. Нужно, да, ему нужно искать работу без вариантов. Все, чувак, нету денег. Будешь ходить сюда в туалет. Хорошо, он приготовил еды, да, давайте мы ее, наверное, уберем. Что у него там потребности? Да, еда у него полная. Куда ты положил? Убрать, положить багаж. Сейчас положим багаж. Все, он, наверное, карман положил. И самое главное, теперь давайте искать уже работу. Искать работу. Найти работу. Посмотрим, что у нас есть. Блин, хоть бы была кулинария, пожалуйста. Это прикольно сделали. Вот у него автоматом врубаются лампочки. Это дерьмо можно уже убирать. Не, красиво, реально, мне нравится. О, космонавт. Во, кулинар, отлично. Так, что у нас еще есть? Тайный агент. Ну, он не тайный, исполнитель, преступник. Нет, писатель, художник. Кстати, он мог бы быть художником, хиппи-художником. А можно художника сделать? Здесь есть зарплата 21 доллар, да? Космонавт 26, кулинар 15. Писатель 20. Ну, писателем может быть, в принципе, да. Почему бы и нет? Во, у него 3 выходных, у художника 2 выходных, у писателя 3 выходных. Офигенно. Может, писателем его сделаем? А почему бы и нет? Хиппи тоже может быть писатель. Она такая наша свобода, да, мир во всем мире. Написал что-нибудь. Ах, как жизнь прекрасна. Мне нравится, что у него будет 3 выходных, это прикольно. И у него рабочая, кстати, у работы потом будет домашняя, как я понимаю, он будет дома сидеть писать. Ну давайте пойдем писателям, ладно. Автор, журналист. Нет.
Лучше автором быть, да, какие-то книги писать. Художник или писателя. Писатель вообще рабочий день такой хороший, маленький, с 11 до 7 вообще. Кстати, художник тоже будет красивым, будут книги рисовать. Истинный мастер. Ладно, давайте будем писателями. У нас будет 3 выходных, это офигенно. Ага, у нас где-то рабочий день должен быть. Что такое? А, да, это наше качество, багаж, отношения. Вот, рабочий день. Продуктивность. Пошла отсюда, дура тупая. Так, понедельник. Среда. Вот, понедельник рабочий. А что у нас сегодня? Воскресенье, выходной. Рабочее воскресенье. Надо же привыкнуть к этому расписанию. Потом понедельник, с 11 часов, короче, надо будет идти. Он будет писателем. Ну, по идее, наш, надо ему тренироваться, да, у него здесь все хорошо. Давайте потренируемся, попишем что-нибудь. Писать, вот, писать, написать книгу. Упражняю это, вот. Упражнение, счастье, ой, какой он счастливый, давай, братюня, пиши поэмы! Мы не будем стоять на одном месте, мы будем писать, писать, писать. Потом станем писателем, как ни странно. Это красивое место, он может даже сюда сходить, да, прикольно, прикольно. Большой словарный запас. Ну, а это, в принципе, хорошо для романтика, Тёш. Он что-то думает? Нет, болтать я на ему не будем, пошла нам в жопу. Вот, свидание. Можно, в принципе, свидание. Общение у тебя полное, хватит. Бодрость. Кровать у нас есть. Так, гигиена у нас есть. Есть где мыться, да, есть где просраться. Так что все нормально. Красиво так смотрится, очень красиво. Молодцы, уматно сделали. Так. Ну, сейчас самое главное зарабатывать деньги надо, что такое сесть. А он может за компьютером стоя стоять? Пускай тренируется. Давай, пиши, братюня, пиши. Наверное, можно ускорить. Когда он спать-то будет? Когда вообще ночь? Надо еще привыкнуть к этому времени. Сейчас, как я понял, 7 вечера, да? Здесь еще не ночь. Ему надо будет потом в 11 утра вставать и идти на работу. А, здесь же можно усмотреть, да, что нам нужно, продуктивность. Читать книги ему нужно, да? О, вот это вот что-то мы не учли. Читать книги надо. Надо будет построить ему библиотека, типа такая будет. Небольшая библиотека пойдет, почитает книги, да? То есть этот весь зеленый домик, вот этот вот, да? Мы полностью так все займем потом. Пока он будет здесь. То есть пока мы будем так, разделяем. Потому что надо все идеально подобрать. Блин, все-таки мне, наверное, не получилось, чтобы он садился на ковер. Ну, потом что-нибудь придумаю. Да, где-то я еще видел декоративный стол. Че, ты пойдешь спать? 8 вечера. Ну, в принципе, еще рано. Ладно, пока пиши, братюня, потом мы тебя купим, поставим библиотеку. Пом-пом-пара-л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 а. Че это такое? Это была довольно вкусная еда. А, типа она сейчас исчезнет, да? Ага. Навык кунали... Это, кунали... Кунали-ари-ари-ари. Навык кунали-ари. Ну все, короче, пойдем. Пускай это спит. А, хочет обосраться, да? Нейтральность. Ну давай, братюня. Посрешь, помоешься и спать. Просраться. Помыться. Продристаться и спать. Все, хватит сидеть за компьютером. Давай, у нас ждут дела впереди. А уже на выходные дни мы уже будем строить отношения. Вот так вот. Во, навыки есть, оказывается, прикольно. Вот у него навыки писательства. Нужно повышать навык писательства. Ну-ка, он как красиво. Смотрите, какая красота. Угу. В принципе, его даже и не видно. Если что, можно борта. Да, его не видно. Можно борта выше сделать. Ой, блин, раковина еще ему нужна. Ну, чё ж за говно? Давай быстрее. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. То есть помыл здесь руки, сейчас пойдет купаться. Логика.
Да, бодрость. А, сейчас спать пойдем, братвиня, давай. Вдохновление. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так, все, быстренько помылись. Давайте еще быстрее сделаем. Все, и спать. И он, ему так еще будет приходиться это. Приходится бегать туда-сюда. Во-во-во. Кстати, время фига ускорилось. А, ну да. Потом ему нужно будет утром покушать, да? Он где-то здесь кушает. А, у него багаж есть, отлично. Во-во, время идет. 4, 5, 6, 7, 8. О, он сам по себе встал, молодец. А где у него багаж? Где-то я видел багаж, подождите. Можно вот так, по-моему, сделать багаж? А, нет. Где-то багаж здесь и был. Вот он, багаж. Взять еду. Ну, давайте, покушай еду. Во! Он хочет писать, видите, он сам хочет писать. Ну, смотрите, все идеально. То есть ему сейчас нужно питание замутить. Замутить питание и отправим его на работу. Потом мы этот домик весь полностью снесем, и у нас будет здесь все полностью зеленое, как я уже сказал. Здесь нужно будет все продумать, как сделать, чтобы он сидел на полу, кушал. Не знаю. Были бы какие-нибудь туалеты, реально такие деревенского вида, было бы офигенно, чтобы прям в полу был туалет. Дыра, да, пошел, просрался и все. Какая вкуснятина. Она что-то дымится, да? Воняет, что ли? А, это она испорченная. Почему испорченная? Что один день прошел? Убирай тогда это говно. Он думает сам о себе, молодец. Блин, ну как так-то? Почему испорченная еда? Потом хорошо покушал, смотрите. Убрать и помыть. Убирай. Что ему теперь плохо стало? А, так она скоро исчезнет, да, прикольно. И на работу через 2 часа. Давай, исчезай, мне не нравится эта фигня. Как быстро так испортилось? Реально, один день прошел сраный. Чё за бред? Хот-дог испортился за один день. Это вообще из грани фантастики просто. Он же вечен. Он годами может лежать. Все. Ой, блин. Ну и что ему делать? Тошнота. Ну и срать, короче, на него. Перемотаем, если пошлем его на работу. Помучиться, будет нормально. Да, должен приступить к работе через час. Во, все нормально. Так, куда ты пошел? Ты пошел просраться. Ну давайте, сейчас он просрется и отправим его на работу. О, время идет 40, 50. Это первая будет его работа, рабочий день первый, нельзя опоздать. Отправить на работу, давай, братюня. Пока! Так, ему нужно упражнение в писательстве, да, ему на библиотеку построить будет. Давай, братюня, бу! Самое главное, заработай бабла, а то мы нищеброды обоссанные. Так нам зачем освещение, если у нас крыши нету? Правильно, нам не нужно освещение. Нам нужна библиотека. О, кстати, он время перематывает быстро, да? Нет, подожди. Нам нужна библиотека. То есть нужно вот так. Во, книжные полки. Книжный шкаф. Вот такой книжный шкаф. Книжный шкаф детский. Не... Иллюзия. Зачем занимать больше места, чем требуется? А, он на стол ставится, да? Блин, это все наши деньги. Досуг 5. О! Здесь даже надо какие-то вещи открывать, я не знал. Смотрите, получите доступ. Ладно, давайте построим вот эту фигню, поставим. Опять цвета не могу нормально изменить, да? А, так меняется только впереди, меняется. Бред. Пускай будет такой. Или зеленый можно. Не, такой нормально. Все, ставим. Библиотека у нас есть. Осталось сюда как-нибудь стул. Ну или не стул, или что-нибудь, чтобы он сидел на полу.
Так, ну давайте тогда уже потихонечку заканчивать. Ну, сначала я должен найти эту фигню. Я помню, что была такая декоративная шляпа. О, скульптура есть. Ковры. Почему на них нельзя сидеть? Волшебные. Установка 2. Так, другое. О, туалетная бумага, прикольно. Ну-ка, он нужен вообще? Так, ну-ка, наверное, здесь может быть, да? Сейчас посмотрим. Была же эта сраная бочка, ну 100% была. Нет. Декоративная вонючая бочка была. Так, это у нас туалет. Нет, не то. Мусорные баки. У нас, кстати, нету мусорного бака, нужно сделать будет. Декоративная бочка. Где ее найти? Помогите. Обеденные столы. Все такие высокие столы. Ну, можно постараться поставить стол. Какой-нибудь самый такой низкий, да, ближе к полу, это понятно. Обеденные столы. А, барную стойку еще надо будет поставить. Да, обязательно поставим потом. Барную стойку. Все равно непонятно, как же сделать-то, ну. Украшения. Нет, не то. Показать все. Ну-ка, может, мы так найдем? Бочка, была же бочка. Поиск вообще работает убого. Так, бочка. О. А, это мусорная... Вот это, кстати, уматная мусорная корзина. Будет ее поставить. Все будет у нас приближено к природе. Обеденные столы. Подождите. Я помню, был обеден... О, робот. Прикольно. Только для детей. А. Так. Кстати, в этой игре 10 человек может умирать. Как ни странно, да. Тут наш персонаж может там постареть, умереть. Или от чего-то умереть. От голода умереть. Это печально. Брусок. Нет, не надо на брусок. Чемоданы. Рюкзак. Так, а вот что такое? Салфетка. Нет, это маленькая салфетка. Это же какие-то декорации красивые. Пошли смотреть, офигеть. Обстановка именно, да, повышать обстановку в доме. Столько всего много вообще. О, гитара. Мы решили стать писателем. Да, это будет как раз вообще офигенная тема. Будем писать книги. Но сначала нам нужно сделать все хорошо. Не могу. Поиск вообще убогий. Ну, стол я веду. Он найдет стол? Вот стол нашел. Хорошо. Бочка. Нет. Так, сейчас, секунду. Бочка. Бочка. Кусок говна. Декоративный. Деко. Нет. Декоративный столик. Ну вот он, наверное, да? Вот он, Господи Иисусе. А, это не бочка. Вот это я имел в виду. Вот, столик расслабления. Сельского стиля. Я вот это хочу, да. У нас будут везде бочки стоять. Ой. Так. Ну все, это будет уже в следующей серии. Пока у нас идет все хорошо, в этой серии мы устроились на работу, это самое главное. Начали строить новый стиль, да? Более-менее приближенный хиппичу. Достижение. Ну-ка, подождите. Не выполнять действия общения... Не выполнять действия общения 4 часа подряд. А с кем должен общаться, если никого здесь нет? Ну ладно, посрать. Так, потом мы начали... Ну, начали строить, да, новый свой дом. Нашли новый столик, устроились на работу. У нас теперь будет...
А еще я не могу смотреть его статистику. Да, нельзя, когда он работает. У нас будет теперь 3 выходных дня. Это офигенно. Единственная работа, в которой 3 выходных, по-моему. И все эти выходные мы будем где-нибудь гулять, строить отношения. Ну, в любом случае, всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео, подписывайтесь. Всем пока.